Друзья, вы на канале Интересы Лайф. Увлечение по жизни. С вами Наташа и Юра с Детройта. Добро пожаловать на наш канал. Сегодня у нас распаковка, мега распаковка посылок от Санта-Клауса. Не затерянных, специально принесенных в наш дом. Сюрприз. Так что оставайтесь с нами, будет интересно. Я думаю, да. Всех с праздником, с Рождеством. Всего хорошего. Счастья, здоровья, любви, удачи. И самого лучшего всем. Вот сколько посылок Санта-Клаус принес в наш дом в этом году. Ну что ж, ждем распаковку. Это еще не все. Вторая часть будет попозже, потому что некоторые еще идут поштой. Уже пришли помощники для распаковки. Начинаем распаковку. Ну, конечно, с ребенка. Он не удержится. И что такое? Браслетики. А нужно было сначала угадывать, что там. Браслетики делать. О, покажи классно. Всем, мы же не бать другой стороной. Вот вау. Какие, сколько так, бусинок. Тоже для мамы. Да, ну давай, раскрывай. Давай, Надюра будет собирать бумагу. А нужно было угадать, угадай сначала, что там? Одеяло. Одеяло, ну смотрим. Это одеяло. Разрываем. Не знаем, посмотрим. Давай разрываем. Все разрываем, сантехники, прием. На, забирай свое одеяло. Вау! Ну так. Класс! А поставь его классно, Римну, так сядь на него. Вау, это круто! Откуда знаешь? Потому что. Окей, я сейчас нашла одну Элю. А здесь угадывай, сначала угадывай. Что здесь? Не знаю. А думай. Одеялко. Опять одеялко? Фак. Шапка. Да, ну смотрим. Это маме. Это маме, это такая же, как тебе. А то у мамы все время все черное, и мы решили... Класс. Украсить немножко, раскрасить. Так. А ну одень, Эль. Класс. Красиво? Да. Тяжелое что-то. Кофеватка. Да, кофеватка не может быть тяжелой. Тут, нет? Есть, наверное, алюминий пару блоков. Окей, давай сейчас. Кастрюля! Вау, вот это я давно мечтала. Ой, какие красивые. Чугунные? Вечные, блин. Ну, спасибо. Папе. Это скоро варка чи мультиварка? Це просто каструля. Просто каструля, да. А у нас спеціальна якась? Это чугунные. Это чугунные. Чугунные. Да. У них очень хорошая еда. Вау, ну я про такие и мечтала. Спасибо. Все, бачишь, тато и мама. Можеш мой тоже забирать. Маме, не тато и все. Так, маме давай. Смотрим, что здесь. Открываем. Давай угадаю. Вау, что такое? Ложки. Нет, одежда. Одежда какая-то. Нет? Я не буду угадывать. Одежда, одежда! Есть! Вау! Это для семьи! Для тебя, массажер! Для тебя. Да, массажер! Тата сказал, что такое кошку было. Да, я хотела его, мне нужен. У меня нога болит. Это тебе. Да. Спасибо. Так, а здесь? Доллары. Одежда. Одежда. Нет, обувь. Обувь, обувь. О, вау. Ничего себе. Мешочки. Вау.
Кроссовки какие, Мишель Корс. Вау! Ой, спасибо, сынулька. Спасибо. Наташа, дальше смотрим. Это папочка нам. От сына, да? Давай смотрим. Кофе. Кофе, кофе. Нет. Что-то еще? Вау. А, свечи. Артем знает, что мама любит свечи. Он понюхает это. Свечи похожи. Свечи, свечи. Это свечи? Зимние такие. Рождественские. Ага. Ой. Ой. Это цинамоном пахнет. Он на кухне очень хорошо. Очень красивые. Вау, спасибо. Сынулька тоже любит свечи. Я себе тоже один купил. Да, такой же набор себе купила. Ага. Ой, монетка была, это монетка на счастье. Так, о, дальше смотрим, что еще есть для Наташи. Все, больше нет для Наташи. Нет, вон на столе лежит, ты что? Это мам, еще? Вон, и то же, а вон и я тоже. Вон, это еще для Наташи. Мамочка. Ой, а ну, смотрим. О, кофе, да-да-да. Я так и знала. Ой, какой запах. Starbucks. Ой, супер-супер. Классно. Окей, наверное, уже Артеме. Да? Теперь еще дед, еще один подарочек есть. А ну, смотрим. Да, что такое красивенькое. Наушнички! Да, у меня уже нету. Спасибо, потому что мама у меня были одни, потом кто-то забрал у меня их. Не, мама загубила их просто. Потом я потеряла, а теперь у меня будут наушнички. Классно, спасибо. Окей, спасибо. Что, одну уже открыли посылочку, да? Да. Что это, свитер? Да. Джозеф Бэнк? Да. Ну, смотрим дальше. Могло бы не снимать. Пускай Юра угадывает. Что думаешь, что это есть? Напиток какой-то, наверное, Фанта. Давай. Открывай. Посмотрим. Открывай. Давай, молодец. О-о-о. Молодец, Юрочка. О-о-о, ничего себе. О-о-о. Давай другой. Белуга. Белуга, ага. Ё-моё. Это американская водка, да? Нет, это русская водка. Русская белуга? Да. А, для импорта? Ага. Русская водка. Рашен. Самый хороший. Вот, Рашен, Рашен, да. Да. Что за подарочек? Смотрим. Здесь. Носки. Нет, нет, нет. Нет. Правильно, Эля. Чтоб тепло было в ножке, правда? Носки? Так на носки не похоже. Что ж там такое? Это футболка похожа. Баланс что-то, что-то. Маечка, Юра, чтобы на лодке плавал, руки накачанные. Белки. Все, завтра еду. Белки? За 5 штук тренажер. Баланс. Баланс. Смотри, что здесь. Эля, угадывай. Юра, угадывай. Что здесь? А, то видно. Робот какая-то. А пакует спасибо. Одинаково, как знаешь, папа, так вчера Юра запаковал. Одинаково прям. Слуха, это как, я не знаю, точно гены, блин. Да. Я вчера скотчем замотал. А я ему говорю, зачем так замотал? Ну это точно гены. А, не знаю. Да. Вы думали Артема от Юры, а Артем оказывается от гены. А да, да. Давай, давай. Не, мы так не вытянем, видишь. Рвем пакет, давай. Конечно. Вау! Ой! Подожди, а, бокалы. Да, деякі вони не спеціальні, у вас таких нема, витягнемо, подивись. На вино. Бокали ми оставимо. Да. Это на красное вино бокали. Я буду з них пити сьогодні. Добре. Тох не розбей, будь ласка. Хорошо? Конечно. Я тобі вірю. Спасибо, сынок.
Это нормальный подарок. Бо ты на лодочку купила, а там... Не-не-не. Так и лодочку купить, да? У нас постоянно, раньше, помнишь, как кости были, постоянно разбивали, да. Один, то два, то три. Это, это нужная вещь пока. Спасибо, сынок. Да, это подарок для Юры. Что, а ну угадывайте, что там такое? Цветкова. Пила. Целосос. Тестомеска. Теперь в доме есть кому месить тесто. О, ну это серьезный подарок, я вам скажу. А ну, смотрим. Ой-ой-ой. Теперь? И подарочек. Ага. Полотенечко под кухню мою, красненькую. А ты же не видела, что я тебе купила. Это ты мне подарила? Да. Расческа какая красивая, вау. Розовая опять девчонка, вау. Красиво. Спасибо. А здесь что? Чтобы мама красивая была, Наташа. Ordinary. Это какая? Китайская? Не. А корейская? Не. Американская? То Британия, мне кажется. Косметика. И серум здесь. И для увлажнения лица. И для чистки лица. Вау, сколько всего. Спасибо, Илонка. Это очень хорошая косметика. Она очень классная. Спасибо. Ну давай, смотрим, что здесь за подарочек такой. Что думаешь, здесь будет? Я думаю, одежда какая-то. Легкая, короткая, большая. О! Молодец, Наташка! О, такой халатик. Вау! Ну, такой теплый халатик. Мы как раз собираемся в дорогу. Тебе еще подарю. Вау, классно. Да. Это наши мои любимые. Да. Спортивные. Ну. Конфетки. Чакл брауни мои любимые. Да. Это брауни. Да. Печенье. Мои... Ферреро. Это твои Роше. Любимые. И мамы твои но, любимые. Да-да-да. Вкусняшка. Так, теперь берем еще вот этот подарочек для Артемы. Артемчик. Открывай. Если мне их там забагато, не могу. Честно. Пижамка. Я, наверное, упаковал. Да. И носочки теплые. Это пара такая, ну, на две. Это, напевно, тебе на рыбалку две кинзы. Да, у меня уже на рыбалку, я не знаю, если не сносить столько носков, что... Давай, подальше. Нормально. Это тата вроде. Да прям, это. Куда ты их поднял? Он же видит меня тут. А что кинчится? Ну, до груди. Да. Это Артемки. Ой. О, что такое? Станишки, какие станишки? Вау. Ого. Лулем. Вы мамы станишки? Да. Вау, это от кого? И дилоночки золотые. О, а ну давай, дякую. Нет, 100%, да. Класс. Эти классные, да. Добрый. Дякую. Окей, все, давай другий. Давай, открывай. А це від тебе, Еля. Від мене? Да. Це Еля подарувала мені? Да. А ну давай. Тут щось є ніби. Ні, нічого не буде. Якась картка. Еля, як у тебе так швидко помада з'явилась на губах? А що це таке є? А, це шиво, щоб... Когда успіла? Здесь. А, у тебе є набор такой? Это да, тебе сегодня есть... утром Санта-Клаус подарил, да? Да, и... Ой, какой красивый. Можно здесь... Дома я буду одеваться. Вот. Ладно, ставлю. Ну, дальше, давай, дальше. О, красавица, дальше. Сейчас, сейчас. Да как мы должны показать подарок наш сегодняшний. Вау. Вот, какой красивый. Вот это, да. Такой красивый, так красиво сделано. Вау. И так удобно, мало места занимает, можно с собой носить его, правда?
Классно. Да. Это какая-то карточка. Косметичка. Я так и знала, будет. Не, ну це класно, да. Бо моя вже стара стала. Ну, Calvin Klein. Я вже пару років вже не маю. Ця дуже гарна. Дякую за це. Хто мені, хто це мій животик уже. Елечка? Еля? Ладно, да. Дякую. У мене така Adidas була вже старенька, вже певне 5 років то саме. Дякую. Окей. Що, що, що? Дивимося далі. Ооо! Тоже з вулами. Наташа, мій животик болить, бо я дуже кушати хочу. Кушати хочу зараз. Все знімаєш? Да. Дуже гарно, дякую. Артем. Вау. Що ж здесь такое, Артемчика? Угадывай! Зарядка! О, да, як я хотів, дуже довгий, да? Чи просто фест? Зарядка, да. А ну, я подивлюсь. У меня же поломалась. Да поэтому две тебе купили. Ну там написано оригинал. Это не как в магазине, но это делают именно для... Ну. Не, ну они такие сами... Это да, две оригинал. У тебя, да? Да. Ну все, наконец-то уже не будешь брать мое. Ну, сразу, а то сами купить чарджер был ленту, я ходил без... Ну, вот я хорошо, знаю, что у тебя папа есть. Самому всегда. Еще один. Это я уже ваш его не буду открывать, потому что он полностью есть, как новый. Чекай, я поставил. Ну, подивимося. Это твои самые любимые были. Да. Має бути чорний шоколад 100%. Дуже добре. Дякую. Ну и самая большая осталась. Угадаем, что там? Не знаю. Шлем? На мене желе не пришло. Гири, наверное. Не гири? Давай, не? Треба взяти, щоб відкрити. Ну що, угадали, що там? Да, угадали. Вау! Вау! Кілька! Ну? Чекай. Що це таке? Посмотрим щас. Canada Goose. Вау! Це дуже гарно. Це що? Вау! Напевно, така тема. Ну как? Нравится? Да, дуже гарно. Да. А ну покажи спереди. Щас, чекай. Решает что-то? Когда ты жарко, ты ее просто, да, скидываешь, и она вот на подтяг. И сзади, как рюкзак, да? Вау. Ну просто потом покажешь. Молли ходишь, ты пришла в куртке, чтобы не таскать. Подтяжки. Помочь тебе? Не-не. Класс, Эля. Красиво? А ну, красиво? Ну, вау. Такая тепла тоже. А ну, сними так, как ее можно снимать. Наташа, смотри на меня. Ой, как здесь какой у нас подарочек еще красивый. Ой, какой красивый подарочек. Жарко. Все, я пошла кушать. Куда это? Эля, подожди. А ну, покажи, как ее снимают, так. Сейчас, секунду. Щекость такой вроде. Да, да, руки вот так. Снимаешь, что... Угу. Я видел, так ходят. Да? И так просто ходят, как рюкзак. Да, здесь можно застегнуть внизу. Угу. Ну, покажи сзади. И просто рюкзачок. Ага. Кто вот, думаешь? Честер, тебе подарочек есть? А ну, угадывай. А ну, Честер, смотрим. А ну, смотрим. Думаю, я чё. Честер. Честер, какой подарочек. Ножницы, которые... Честер! Ногтики обрезать. Чтобы было видно, где начинается. Честер. Ага. Честер, игрушка. Честер. Так, мам, угадай, мама. Не знаю. Илоночка, ну угадывай. Стимер. Стимер, ну смотрим. Не. Чайник? Окей. Вау. Второй подарочек. О, это то, что я хотела. Класс. Дякую. Класс, нарешті. Молодежь тепер утюгом не хоче пользуватися, тільки Стімри і може. Тепер тюлі буду собі просувати, нарешті попросую тюлі вдома. Клас, дякую. Це для папи. Ну, допомагай. Угадувай, угадувай, Володя, що? Що там? О. Хотелі. Це мамі і папі. Чашки. Мамі і папі. Помагай. Треба дивись.
А тут пускай папа угадывает, что там. Классно. Угадай, что здесь? Не знаю, давай, чекай, прямо такое. Зверек, я может быть. Я думаю, кофточка. Папа угадывает. Нет, давай капти. Какие-то. Папе давай, это папе подарок. Это не капция, это для офиса. О. Мышка там с этой штукой и телефон. И на планшет. Ага. А это для... Это в одной серии с чашками. Это для кого? Для папы, для мамы. Зависит, кто в офисе будет. У нас как раз мышки немає. Круто. Окей, теперь мама. Угадывай, папа. Подожди, пускай папа разворачивает. Ты хочешь разворачивать? Ага. Ну угадывай, пускай сначала папа угадает. Я думаю, сам знаю. Пускай папа угадает. А ну, варианты. Володь. Я не знаю, что. Набор туриста. О, дядя Юра. Дякую. Лопатка и топорик. Супер. Это зимний вариант. Угу. Папа, я хочу два. Нет, один зимний, другой. Ну, Володя? Шапка. Какой вариант? Шапка такая большая, ничего себе. Ушанка может быть. Штаны. Да, для о. Зимней рыбалки. О, дякую. Супер. Мама, я так. Еще один подарок Володе. Что? Угадать нужно. Уже видно. Бинокль. Бинокль. Ну, папа все уже полностью готов к походу. Класс. Наташа, теперь давай твой. Я почитаю. Сейчас я буду... Давай посмотрим бинокль, папа посмотрит. Терный такой? Да. На улице посмотришь, как он. Наташа, давай твой теперь. Смотрим сейчас, давай. Природа будешь наблюдать. Что такое? Ну, подойди. Вау. Дай я попробуй. Да ты шо? На мене буде добре. Молодец. Соображаешь. Соображаешь быстро. Это на память тебе о твоей дороге сюда. Вау. Она на меня добре. Засунилась. Дякую вам. Засунилась. Клас. Тут так жарко у нас, не? Таке гарне. І що? Це теж жарко. Американська вода. Серйозно? Клас. Дякую. У тебе є така цепочка. Угу. Круто. Да, дуже гарно. Як ви так смотрели, що не усмотрели? Вау. Оце так да. Оце так прикольно. Там ще не було написано. Не було написано? Класс! Друзья, спасибо, что остаетесь с нами на нашем канале. Спасибо за вашу любовь, подписку, комментарии, лайки. Поздравляем с наступающими праздниками счастья, любви, мира, благополучия, жизненной удачи и всего самого-самого лучшего. Мы идем ужинать. И следует продолжение. Спасибо! Любим вас!